Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня мы будем обозревать 14-й каталог Faberlic. Много новинок, особенно новинок одежды. Итак, поехали. Сразу обращаю ваше внимание на то, что он двухнедельный. Имейте в виду, успевайте сделать заказы. Сейчас многие идут по стартовой программе, это очень важно. Успевать оплатить, сделать и оплатить заказы в рамках каталога. На обложке сразу новая коллекция одежды. Очень, кстати, стильные, классные костюмы. Вот прям зачет. Вот прям зачет, возможно, даже что-то для себя рассмотрю, но просто у нас так резко похолодало, что мы уже в зимнем ходим, поэтому костюмы не сильно актуальны на данный момент. Вообще мне вот этот очень нравится, костюмчик классный. Зелененький, прикольный. Но есть на что положить свой глаз. И оттеночки такие классные. Полупастельные, скажем так. Юбки нет, конечно, это ни к чему. Брюками, костюмы. Это сейчас, кстати, тоже очень актуально и достаточно модно. Нам в этом каталоге с вами обещали новинки детской линейки. Но, к сожалению, их нет. К великому сожалению всех, потому что старая линейка давно закончилась, подмывашек нет. Мне безумно хотелось потестить подгузники. Обратная связь ответила, что в 15-м каталоге будет. Будем надеяться, что это так. Одежда полностью новая коллекция будет на сайте. Не все, что есть в каталоге, многие девочки об этом не знают. Не все, что есть, точнее, каталог, это не предел. То есть то, что есть в каталоге, это да. А еще много всего на сайте. Поэтому, если вы не нашли свой любимый продукт в каталоге, ищите его на сайте по артиклу или по названию. Классная серия Green Karma. Мне очень понравилась. Я ей очень довольна. Особенно зашла умывашка. И маска нравится. Кремы тоже великолепные. Набор гель плюс маска плюс мыло 699 рублей. Класс. Можно на подарочки запастись. Гиалуронка, гель для умывания. Пользуюсь. Не вызывает у меня подкожников, как вызывал у меня тоник. Кремы тоже не вызывали, концентрат тоже не вызывал, и мицеллярка не вызывала. А вот тоник вызывал, умывалка тоже не вызывает, как бы все нормально. Но еще сейчас похолодало, у кого были такие проблемы, можно снова достать эту серию и попробовать. Много интересных скидок, акций. Если никаких новинок не появится, то в уходе очень хочется повторить One Week Miracle. Мне понравилась, серия рабочая. В этом каталоге буду заказывать расслабляющий мисс Dream Therapy, потому что он нам заходит прямо перед сном. На подушечке распшикиваем или на тело, и здорово. Мне крестюшка почему-то быстрее засыпает. Работает, следовательно. Из ухода, что еще посмотреть на холодное время года? Global Oxygen на любое время года подходит. Кислородный баланс для жирной кожи я всегда рекомендовала на теплое время года. Это бюджетная такая базовая линейка, да? Как бы чудес она никаких не делает, но за кожу ухаживает, тем не менее, хорошо. Можно присмотреться к линейке ICU. Я, кстати, себе заказала. Вы видели уже, наверное, в заказе гидрофильное масло, потому что сейчас на холодное время года все замечательно, все пойдет. Эта серия вся великолепно работает. Давно хочу гель-трансформер попробовать, но никак не доходят до него руки с таким обилием новинок. Серия «Эксперт», прям рекомендую присмотреться. Я сейчас пользуюсь, сейчас покажу, чем, если есть в каталоге, мне очень нравится. Мне безумно нравится с ретинолом вот эти два средства. Смотрите, крем будет по скидке. Ретинол Pro. Можно взять сыворотку по VIP-программе. Так она выходит, конечно, дороговато, да, кто в VIP-программе участвует. А с коллагеном никак руки тоже не дойдут, но все девчонки тоже очень хвалят. Вот эти два продукта работают, вот действительно работают. Я видела, как моя кожа молодела, я видела, как она становилась более упругой и так далее. И шприцы тоже работают, у них есть накопительный эффект и есть эффект моментальный. То есть вы наносите средство, любой стоп-морщин или корректор глубоких морщин, вот он будет подешевле со скидкой, можно его взять. Вы наносите, он заполняет морщины, они разглаживаются моментально практически, но когда вы вечером смываете этот крем с лица, морщинка опять на месте. Но тем не менее, если на ежедневной основе пользоваться, то эффект тоже есть. Можем с вами кислотную серию уже брать смело. У нас с вами обновляющий ночной лосьон плюс крем-активатор. Вот я его, кстати, не пробовала, можно будет взять. У меня лосьон как раз кончается. 799 рублей будет наборчик, да? Мне безумно нравится этот кислотный лосьон. Я сейчас пользуюсь с удовольствием. Я на лето его убирала, сейчас пользуюсь. После него какая-то кожа упругая, действительно пигментные пятна в комплексе, если вы одним лосьоном будете пользоваться, конечно, нет, посветлели, у меня их уже практически не видно, то есть правильный уход значит очень много, да. Пилинг в прошлом каталоге был со скидкой, в этом тоже цена, в принципе, неплохая, если вам не нужен крем, там, шаг С, и не нужна микроэмбразия, а нужна только кислота, то вот, пожалуйста, берите шаг А из
превеликим удовольствием пользуетесь. Это очень слабенький пилинг, но на самом деле, когда я первый раз его делала, он у меня очень сильно щипал, и лицо покраснело. А потом как-то нет. Сейчас я люблю более агрессивные профессиональные пилинги. Но этот, как базовый такой пилинг, если вы не делали сильных каких-то кислотных пилингов, подойдет вполне себе. Можно запасаться уже мазать ручки, ножки, лицо перед выходом на мороз универсальным кремом для лица и рук, для тела Love в баночке. Вот этот продукт тоже нравится, но больше нравится в баночке. Почему-то нам зашел, нашей семье, я вижу после него эффект. Детская линейка, эх, где же ты, где? Я так ждала. По карандашам. Много вопросов было, как они точатся. Я уже сняла ролик, он есть на Дзене. Кому интересно, может пройти посмотреть, как они точатся. В целом, мне карандаши очень нравятся. Мне нравятся оттенки, которые я выбрала, особенно для скульптурирования. Мы с вами делали макияж. Он прекрасно подходит как тени, вообще изумительно. Ну, все прекрасно, кроме стойкости. Скатывается. Девочки посоветовали взять фиксатор макияжа. Сейчас покажу, какой я его возьму и попробую с ним, потому что мне так нравится, как эти продукты лежат на лице, какие у них прекрасные благородные оттенки. Поэтому мне очень хочется попробовать и с фиксатором. Если он продлит стойкость, будет вообще великолепно. Вот прям вообще. First Class, моя любимая тушь, будет по нормальненькой такой цене, как бонус за покупки. У меня две в запасе есть, может, еще две возьму коричневых. Я говорю, я все боюсь, что она пропадет. Но нет, нет Faberlic аналогов ее, да вообще в принципе нет. Она такая крутецкая, что... Я не знаю. Ну, кто пробовал, тот знает. Но кому-то она не подходит. Все индивидуально. Карандаш для бровей. Новинка прошлого каталога. Я не тестирую, у меня татуаж. Палеточки, смотрите, 399 рублей. Ой, слушайте, надо брать. Как бонус за покупку. Ну, от 1500 уже у кого заказик будет. Я советую вот эту вот, где оттеночек поярче румян. Потому что он освежающий, девчонки. А вот этот вот, я брала ее и отправила сразу в пустые баночки. Я знаю, она не найдет места в моем доме даже в виде тени или чего бы то ни было еще. Здесь румяна такие, знаете, такой старческий оттенок. Он такой некрасивый, он так уродует лицо. А вот это аналог предыдущей палетки. Полностью и хайлайтер здесь классный, и скульптор здесь классный. Румяна вообще великолепные, освежающие, сильные пигментации. Нужно прям чуть кисточкой дотронуться, уже все. У вас свежий румянец на щечках, и выглядит это очень-очень красиво. Я бы даже сказала, молодит. Был вопрос в комментариях, чем отличается кушон от обычного тонального средства. Кто-то написал из девочек, ватные палочки обязательно возьмем по такой цене, что ничем. Нет, он очень сильно отличается, очень сильно. Кушон – это кушон. Кушон – это что-то среднее между пудрой и тональным средством. У меня он матирует, у кого-то не матирует. Нужна ли после него пудра, был вопрос. Для меня не нужна, для кого-то нужна. Здесь все индивидуально. Но я могу сказать, что более идеального покрытия, чем кушон и Faberlic, я никогда в жизни не пробовала. И перекрывающая способность отличная, и нанесение, и как выравнивает тон, и как подстраивается. Вообще ни одного минуса в кушонах я найти не могу, поэтому... Поэтому, да, мужские туалетные водички с хорошей скидкой. Нам очень зашла Game Day. One Day тоже классная. Если ищете хорошую, классную мужскую воду Faberlic, вот прям присмотритесь к этим парфюмам. На них есть пробники. На них они, по крайней мере, были. Не знаю, есть ли сейчас, но были точно. Так, что у нас тут? Биоси опять. Биоси нет никакого желания даже брать. Никакого. Прокладки. У нас будет с вами... Ну, нормальная цена, в принципе. На ежедневке хорошая скидка. У меня ночных очень много в запасе, я их прям обожаю. И замены им тоже нету ни в одном магазине, поэтому, да, пока запас есть, не буду брать. Может, потом будет скидочка хорошая на них. Дождемся, немножечко подождем. По поводу ухода за волосами, я хочу сказать, что все-таки я нашла приличный продукт, не смывашечку. Мне понравилась вот эта сыворотка, на самом деле эликсир для волос. Гораздо больше, чем Salon Care. Я вам уже сказала, Salon Care у меня пушат все средства и волосы. Вот это сглаживает, делает их мягенькими, хорошенькими. Хорошенькими. Моим жженым концам, конечно, этого маловато. Маловато. Но, тем не менее, он очень круто работает. И он не утяжеляет волосы. Мне эффект понравился, поэтому могу сказать, что вот это средство я, скорее всего, буду брать на постоянной основе.
Буду брать сухой шампунь, потому что батист дико подорожал. У нас он будет по 240, по 200 рублей вообще нормально. Так, это у нас коричневый с оттенком уже или нет? Да, с оттенком. А вот шампусик без оттенка, смотрите, 369 рублей. То есть какая разница. Несмотря на то, что у меня волосы достаточно светлые сейчас, мне вот этот вот коричневый подходит. Он как-то так размазывается по голове, что и незаметно, что он сильно темный. Так, по расческе пока отзыв не дам. На нее будет и уже, скорее всего, есть подробное видео, потому что жду только свой заказ на момент, когда снимаю каталог. Да, если видео уже будет, то подсказка будет внизу. И все там посмотрите и послушайте. Буду брать крем-мыло. Буду брать мыло обязательно какое-нибудь в запасик, потому что все уже позаканчивалось, возможно. Мне очень нравится лаймовый сорбет. Мне очень нравится груша, но почему-то в большом формате в каталоге не напечатали. Если будет на сайте, то возьму, скорее всего, там. По БАДам. Сейчас у нас основной акцент на укрепление иммунитета. Хочу сказать про Мастоп. Скидка будет. Он действительно крутой и очень классный. С ним критические дни проходят менее безболезненно. Действительно, так не наливается грудь. Нет никаких болезненных ощущений, поэтому работает. Вот я уже вторую баночку допила буквально на днях. Детских витаминов у меня в запасе пока много. Может быть, еще живицу возьму. Сейчас мы пихтовиту пропиваем. Смотрите, какие цены будут на пихтовиту и на прогумин. Уникальные вообще, уникальные два средства. Прям рекомендую. Пока прогумин по хорошей цене был у нас. Его разобрали. Надеюсь, что он будет на складе. Я возьму прям две бутылочки, скорее всего, потому что он действительно классный. Он круто. Вот эти вот два средства очень круто работают. Мы сейчас с Ксюшкой пьем пихтовиту. Она еще параллельно пьет живицу, потому что приболела. В общем, если вам интересно, вы почитайте аннотацию на сайте, от чего они, для чего они. Продукты супер. А по такой цене 199 минус скидка консультации 150 рублей – это вообще не деньги. Кофе в этом каталоге тоже по хорошей цене, кетчуп. Буду, скорее всего, еще брать, пусть будет в запасе, а то потом кончится, и бац, несколько каталогов, он будет дорогой. Я сейчас пересыпаю кофе в удобную баночку, и она у меня стоит, как бы все отлично, все замечательно. По поводу ножей, я в таком диком восторге от ножей Сантопу. Я большим режу все, как им классно резать хлеб, а как им классно шинковать все. Он великолепный вообще, мне прям захотелось еще вот такой огромный взять. Не Сантоку, а обычный. Но я подожду скидку. Потому что вообще это, конечно, дороговато. По поводу мини-терки красной. Вы знаете, в основном, ну, 70% отзывов было, что она валяется без дела, деньги на ветер. Вы знаете, а мне понравилось. Я пока только чеснок пробовала тереть, и меня все устраивает. Все нормально, все отлично. В использовании, в активном. Поэтому ничего плохого тоже сказать про нее пока не могу. Так, порошки у нас с вами будут по акции при покупке двух. У меня пока запас есть, я в этом каталоге брать не буду. 399 каждый, со скидкой консультанта, да, рублей 330-320. Вот, посмотрим, может, в следующем каталоге будут дешевле. По поводу кондиционеров какой-нибудь возьмем у нас по акции много. В этот раз все практически опять. Вот второй каталог, все кондиционеры в акции. Интересно, может быть, будет что-то новенькое у нас в серии «Дом». Полотенчики по желтым ценникам, но мне не нравятся новые полотенца. Они гораздо тоньше, чем старые. На самом деле, можно взять, конечно, на кухоньку. Но они прям вот гораздо-гораздо тоньше, чем старые. Жалко, что старых уже нет на сайте. Я бы их с удовольствием взяла. Есть чем сравнить. У меня есть и то полотенце. Поэтому есть чем сравнить. Будет хорошая цена на моющие средства, вот эти с пробиотиком. Мне безумно нравится зеленый. Коричневый не заценила, повторять не буду. А зеленый для эмалированных поверхностей просто вообще обалденно. Я раковину им чищу. Блеск, шик, красота, краны, да. Вообще класс, просто супер. Для духовок и плит у меня пока тоже есть. Освежители уже зимние у нас такие с вами появляются. Апельсинчик с корицей. Так, еще вот ягодки, они довольно насыщенные. Надо что-нибудь такое взять уже из зимнего. Влажную туалетную бумагу, скорее всего, возьму. Хотя пару пачек точно есть в запасе, но цена неплохая. Она смывается. Все в этом плане тоже отлично. Тряпочка наша с вами любимая так и не появилась. И, мне кажется, уже навряд ли появится. Про салфетки Petit Pets я вам тоже много раз рассказывала, как они круто удаляют пятна. Поэтому всегда у меня есть. На них пока сильной скидки нету, но они недорого стоят. 129 рублей без скидки. 100 рублей со скидкой. Нормально. То есть нормально вообще. Так, ну и в конце у нас с вами одежда. Может быть, да, и акции. Якобы акции. Есть всегда такие акции в конце каталога интересные. Сейчас мы с вами посмотрим, есть ли на что посмотреть.
Парфюмерные воды Биоси, не на что. А вот, кстати, вот эти водички очень многие любят. У меня есть знакомые, которых прям обожают. Здесь всего лишь 30 миллилитров, но они интересные. Фрути История, у нее такой интересный шлейф. Вот действительно интересный. По первым ноткам это действительно Фрути История, а потом такой же красивый, красивый шлейф. Мне понравился. 299 рублей, 250 со скидкой вообще взять вполне себе можно. И вот у нас с вами 30-миллилитражечки за 329 рублей. Есть на что посмотреть. Выбор достаточно большой. Можно на зиму бьюти-кафе взять, и Ренату красную посмотреть. Хорошие, красивые ароматы. Или для душа тоже пока есть в запасе. Очень нравятся и парфюмерные. Они действительно классные. Они не оставляют запах на теле. Но, по крайней мере, с ним приятно принимать душ. Из кофе вообще зашел. Кофе прям обожаю. Пользуюсь и очень люблю. У нас с вами большой формат гелей для душа. 400 целых миллилитров, да, по 179 рублей. Ну, по 140 рублей со скидкой, грубо говоря, да. Класс. Мне так нравится с облепихой. Я, наверное, возьму в запас, слушайте. Мне прям нравится. Я вообще обожаю, где есть облепиха. Мне нравится безумно. А, для крем со скидочками тоже классные гели для душа. Крем, вы потрясающе. Но здесь 250 уже миллилитров, да. Но они действительно ухаживающие, но они пенятся гораздо хуже, нежели, допустим, ботаника или парфюмерный. Они хуже пенятся, действительно, на самом деле. Happy Hands, Happy Step мне вообще не нравится. Я не нашла для себя продуктов в этой линии, слабовато. И вот крем Love для рук, ой, вообще прям красота в баночке. Морожка снова со скидкой у нас с вами, да. Морожку прям я заценила, особенно Ксюшке. И мне нравится, все подходит, и шампуни, и маски шикарно, просто шикарно. Тут опять кому-то подходит, кому-то нет. Кто-то писал отзывы, кому-то ботаника, ну ура. А у кого-то после ботаники волосы мочалка. А у кого-то от морожки чешется голова. У меня вот от экспертовских Фаберлик голова чешется, допустим, я их не беру никогда, да. Про эликсир я вам рассказывала, вот от тех шампуней у меня прям дикий зуд начинается и сразу моментально перхоть. Обновляющая маска для лица ретинол. Но это, по-моему, уже не новинка, но я не помню, что я ее брала. Посмотрим. А вот эти вот Glam Shine, Glamours, Instaglamours вообще не рекомендую. А блестки из пушкового волоса на лице потом не вымоете. И ничего они не делают хорошего абсолютно. Вот эти маски тоже своих денег не стоят. Я 399 рублей даже не отдам за них. Здесь очень мало маски. Ее хватает раза на три этой банки. Она того не стоит. Тоже не стоит. Хочется нормальных масок в тюбиках от Faberlic. Девчонки, давайте массово писать в обратную связь. Какие-нибудь классные масочки, ну хотя бы там парочку очищающих, парочку увлажняющих, парочку антивозрастных в тубе, да, нормальных масок. Вот этого Faberlic вообще действительно не хватает на самом деле. Ну и здесь у нас для маникюрчика. Подарок будет пудра. В предыдущем каталоге подарок лучше, поэтому кто еще не успел зарегистрироваться, регистрируйтесь до 14 до 19 числа вы получаете косметику для дома в подарок, а уже после 19, если зарегистрируетесь, у вас будет вот такая вот пудра в подарок. Пудра классная, конечно, но мне кажется, косметику для дома получать приятней. А ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться, буду вам помогать. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую, всем пока-пока.